столетие коммунистической партии Китая – это, конечно, большое событие в жизни, в политической жизни, в общественной жизни Китая. И, разумеется, конечно, не только в Китае, но и во всем мире, потому что китайская коммунистическая партия имеет своеобразную, так сказать, биографию в этом мире. И, разумеется, конечно, те успехи, которые были достигнуты коммунистической партии, всем китайским народам, естественно, они принадлежат прежде всего коммунистической партии Китая. И, разумеется, конечно, когда мы с вами говорим о том, какое слово можно придумать для того, чтобы обозначить все те реформы, которые были осуществлены партией, то я думаю, что это опять же то же самое слово «партия». Поэтому секрет китайских успехов прежде всего в самой партии. Это партия, которая сделала тот гигантский шаг, то есть переосмысление всего того, что было во всем коммунистическом мире, переосмысление того, что называлось коммунистическим движением. Сегодня все это называется строительством социализма с китайской спецификой. И когда объявил о том, что ликвидирована бедность вообще в Китае, конечно, кажется невообразимой мечтой и невообразимым делом для любого государства. Потому что в любом государстве есть определенная часть людей, которые живут в бедности. Тем не менее, эта проблема в Китае решена. И это большая победа коммунистической, прежде всего, партии Китая в борьбе за, так сказать, счастливое будущее китайских людей.